На обед у меня сегодня шаурма с йогуртом и курицей. Ну что, поскольку у меня в моем доме появился вот такой чудо-гриль, естественно, обеды теперь, завтраки, ужины готовятся очень легко и быстро. Тем более сегодня у меня тот день, когда мне действительно нужно приготовить очень быстро обед. Я взяла вот такой вот лаваш. Покупаю вообще их в магазине Эдека. Это чисто турецкие такие. И буду готовить шаурму из того, что есть дома. Для соуса я взяла йогурт, горчицу и томатную пасту. Паш смазываем обильно соусом. У меня здесь куриная грудка, которую я тоже готовила на гриле. И баклажаны с кабачками, уже приготовленные на гриле. Сейчас скажу так. Шаурма — это такое блюдо, которое готовится из тех продуктов, какие есть дома. Добавлю сейчас сюда еще помидоры, зелень и сыр. Сейчас посыплю, то есть я добавила, у меня кинза и помидоры. Добавлю сейчас еще сыр и заверну все в рулетик. Вот такой рулет у меня получился, такая ролла. Я заверну ее в пергаментную бумагу с силиконовым покрытием. Можно, конечно, и так положить на гриль, но я все-таки за то, чтобы это завернуть. Ну что, процесс пошел. Накрываю мою шаурму грилем. И выберу я все-таки, наверное, бургер. Ну все, зеленая кнопочка загорелась. Когда будет красная, значит, мой обед готов. Такая шаурма у меня получилась. Очень питательно, очень сытно и низкокалорийно. И желаю вам приятного аппетита. Питайтесь правильно, худейте с удовольствием. Подписывайтесь на мой канал.